Здравствуйте. Представляю вашему вниманию обзор новостей спорта. Амкар сохранил место в первой тройке турнирной таблицы чемпионата страны. Сделать это удалось благодаря выездной победе над грозненским Тереком. Наши долго запрягали, но зато быстро поехали. Пропустив на 9-й минуте, красно-черные смогли отыграться на 26-й. И к перерыву счет был равным 1-1. Во втором тайме пермяки дважды добились успеха. Амкар выиграл 3-1. Победный гол в этой встрече записал на себя Никита Зайцев. Теперь защитник с двумя мячами стал лучшим снайпером команды в текущем сезоне. Да я даже как-то и не слежу за этим, лучше, не лучше. Моя задача не портить сзади, а тут получалось не испортить сзади, еще и забить. Так что все нормально. Впереди у Амкара матч Кубка страны. 21 сентября в среду он сыграет в Ульяновске с местной Волгой. В чемпионате ВХЛ продолжает играть молот при каме. Наши провели еще один выездной поединок. В Саратове пермяки встречались с местным Кристаллом и уступили со счетом 2-3. По шайбе забросили Воробьев и Соларев. Теперь команда готовится к первому домашнему матчу в этом сезоне. В пятницу, 23 сентября, соперником будет Альметьевский Нефтяник. Далее баскетбол. Парма завершила выступление на международном турнире One Team Cup 2016 в Прибалтике. Пермяки добрались до финала, где встретились с украинским Химиком и уступили 75-84. Наш клуб стал серебряным призером соревнований. Через несколько дней Парма стартует еще на одном предсезонном турнире, на этот раз в Нижнем Новгороде. К этому часу все. Ждем развития спортивных событий.